Ты? Сегодня вы все решили провести пуджу Адишакти. Существует разница в проведении пуджи кундалини шакти или ади кундалини и Адишакти. Эта разница состоит в том, что с одной стороны ваша кундалини есть отражение в вас ади кундалини. С другой стороны Adishakti, есть сила Адишакти, которая является Парам Чайтани. Поэтому в целом, если вы посмотрите, она имеет две стороны. Одну – это ее сила, Парам Чайтани, а также отражение в людях, кундалини. Третьей работой, которую Адишакти надлежало проделать, было создание всей этой Вселенной. Для начала, как вы видели вчера, как этот космос был создан, а затем, как эта особая планета, Мать-Земля, была создана. Теперь, то, что я говорила вам об Адаме и Еве, мы обнаружили, что это же говорил и Иоанн в своей гностической книге. Это очень удивительно. Я всегда говорила вам, что Христос, должно быть, рассказывал о многих вещах, но они отсутствуют в Библии. Поэтому, если вы понимаете, что эта Адишакти приходила как змея, Ади кундалини часть ее, и сказала Адаму и Еве, особенно Еве, что она должна попросить плода знания, чтобы вкусить его. Причина, которую я привела вам, в точности указана там, что материнская сила, женская сила, не хотела, чтобы ее дети жили как животные, без понимания того, каково знание Высшего Царства, не давая им шанса подняться выше через их свободу, а затем более и более высокому осознанию. Это было заботой матери. Поэтому было два типа миров, которые были созданы. Один был божественный, другой же начал развиваться. Если посмотреть на это, то это выглядит грандиозной задачей. Тысячи и тысячи, миллионы и миллионы лет прошли для того, чтобы этого вида работа была проделана. Но если вы посмотрите в современное время, мы попадаем на Луну, приложив такие незначительные усилия, а также за такое короткое время мы достигаем ее. Никто не мог подумать, что мы когда-либо окажемся там. Все это происходит благодаря человеческому мозгу. Теперь, что этот человеческий мозг представляет из себя в конце концов? Человеческий мозг и вовсе не идет ни в какое сравнение с мозгом пирата, но он и не используется полностью. Он не используется полностью. Он в очень небольшой степени используется людьми, благодаря чему они достигли этого вида полета на Луну. Конечно, это было бесцельным делом. Я не знаю, зачем они совершили это, но они сделали это. Так что вся природа была создана ею. Все, что вы видите сегодня вокруг себя, все это создано ею. Это все ее работа. Это сказано. Вы удивитесь,
Только что я сказала, что я должна пойти туда, где можно было бы взять сарь. И я сказала, что очень жарко, и мне лучше переодеться в более простой сарь. Так что я переоделась, а когда я вышла, я обнаружила, что стало прохладнее. Так что природа знает все. А кто информирует природу? Это Парама Чайтанья. Парама Чайтанья никогда не была так активна, как это началось с моим рождением. Я должна сказать, когда Крита-юга началась, в это время вы должны были получить вашу реализацию. Это было решено божественным коллективом, вы можете назвать это так. Все боги, богини, все они решили возложить эту работу на кого-то, кого они считали очень способным. Так что они сказали, мы все будем с тобой, всецело с тобой, все наши силы будут с тобой, но ты прими на себя эту работу в этой Кали-юге, чтобы трансформировать людей. В определенном смысле люди более трудные, чем животные, потому что у них есть их собственная свобода, и им была дана эта свобода, чтобы они достигли их окончательной свободы. В их свободе, то, как они вели себя, есть что-то удивительное, как они вышли полностью из-под контроля и пытались сделать вещи, которые столь разрушительны. Конечно, в Кали-югу это было предсказано в Индии, но я думаю, они не могли предсказать того, что будет происходить в Америке, или того, что будет происходить в странах Запада, где у людей есть свобода просто разрушать себя, и они находят новые методы разрушения себя. С этой тенденцией нельзя сладить, ее нельзя остановить. Ни Ади-шакти, ни Богу Всемогущему, потому что вам была дана свобода разрушать себя, портить себя и идти в ад. Это не может контролироваться никакой божественной силой. Божественная сила также уважает вашу свободу. Поэтому божественный коллектив думал, собираемся ли мы полностью разрушить создание Ади-шакти. Собираемся ли мы полностью разрушить все, что она создала, а затем заново создать что-то новое? Такова была дискуссия, которая продолжалась. И большая часть из них были столь пресыщены людьми, особенно западной свободой, что они говорили, что эти люди хотят ада, а зачем нам давать им небеса? Это неверно. Поэтому первое, что Ади-шакти сделала, это создала искательство в них. Она создала его, это желание искать. И так эти люди, принадлежащие к этой культуре, которая была столь разрушительной, начали искать. А когда это искательство началось, так же, как обычно, на рынке было много других, которые выдвинулись вперед, чтобы давать ответы на их искательство. Они должны были уходить в различные культы и вещи к уже людям и ко всему подобному, потому что у них не было способа узнать. Но если они читали некоторые книги просветленных людей, таких как Кабир, как Нана, даже гностиков, из Писания, все подобное, они должны были понять, в чем заключается истина, и где искать ее, и как искать ее. Это большая борьба, я обнаружила, между людьми, которые являются искателями, и теми, кто вовсе не являются искателями. Они не хотят знать, и они никогда не могут стать искателями. Я могу уверить вас, что некоторые из них никогда не будут думать об искательстве. Они станут одержимыми, они будут иметь болезни, у них будут землетрясения, у них будет все. Они никогда не будут искать.
Даже если у них будут болезни, они скажут: «О, мы мученики, мы делаем великое дело». Такая глупость пришла в их головы, что они думают, что, делая эти неправильные вещи, мы будем спасены. И эта глупость приходит через извращенный мозг. Этот извращенный мозг действует, когда люди свободны, чтобы пользоваться этим. Я просто не знаю, почему они не посмотрят вокруг и не увидят сами, что происходит. Так что ожидать, что весь мир попадет на небеса, является абсолютно невозможным. Это невозможно. Это вы не можете. Они перепробовали всевозможные вещи. Я видела людей, употребляющих наркотики, алкоголь. Это то, есть человек, который получил степень доктора философии, описавшего, как он достиг духовности через пьянство. И они присвоили ему степень доктора философии за это. Поэтому даже в руководстве, в университетах, я не знаю, как эти глупые люди приходят, откуда они. Кто их создал? Это невозможно понять. Как они могут думать, что этого рода разрушение приведет их к их спасению? Они видят это каждый день, наблюдают это каждый день. Они знают, что это происходит, но все еще они не могут искать. Но те, кто являются искателями, и они так трудолюбиво ищут, что им всем была дана их самореализация. Теперь это, конечно, моя работа, я согласна, я пришла на эту землю для этой работы, я должна делать ее. Я стараюсь делать все, на что я способна, и ни одна инкарнация не жила так, как я жила в течение столь многих лет. И таково мое сострадание, которое действительно заставляет меня жить. Я чувствую, что у нас должно быть намного больше сахаджа-йога. У нас должно быть большое спасение. С этим состраданием и с этой любовью можно прийти к любому количеству, ко всему. Но я не думаю, что те, кто не являются искателями, достигнут этого. Теперь, почему одни являются искателями, а другие нет? Кто-то может спросить об этом. Адишакти, если она создала всех людей, тогда все они должны обладать искательством. Из-за того, что в свободе они заблудились. Они ищут чего-то другого, и они думают, что они правы. У них есть право думать, что они правы. Даже глупец, даже сумасшедший думают, что они правы. Если вы скажете ему, что он безумец, он скажет, что вы безумны. И это искательство, хотя и было помещено в них, но они еще не способны, так многие из них, достичь этого надлежащим образом. Потому что для этого нужно отказаться не от вашей свободы, не от вашего разума, а от эго, которое развилось в людях. С этим эго, даже я видела людей, которые одержимы, но они хотят сохранять свое эго в неприкосновенности, и через их эго они хотят использовать эти одержимости. Можете ли вы представить себе? Существуют одержимости негативными силами. Такие люди хотят хранить их в целости и сохранности, так, чтобы они могли использовать их для своих собственных целей. Они не ненавидят их, они не хотят избавиться от них, но они хотят сохранять их просто из-за того, что они могут использовать эти одержимости для своих целей. Поэтому эта категория искания гораздо ниже. В этом случае. Но есть многие, которые и близко не подошли к искательству, которые на самом деле есть, как мы называем их, злыми людьми. И они никогда не хотят, никогда, никогда не захотят, чтобы этот мир изменился. Наши средства массовой информации доминируются этими злыми людьми. Они не хотят, чтобы мир изменился. Они не хотят показывать ничего хорошего. Они не хотят видеть того, что может помочь, что является благом для людей. Так что, с одной стороны, мы видим такую... С
такую коллективную негативность, а с другой стороны мы находим искателей, которые являются настоящими искателями. Есть некоторые, которые мы можем называть наполовину испеченными, а некоторые нулевые искатели. Если они во имя искательства совершают своего рода жертвы, сами себе они представляются очень великими. Также они вовлекаются в связи с людьми, которые заявляют что-то. Из-за того, что я никогда не заявляла ничего, они не интересуются мной. Я не меняла свои платья, я жила как домохозяйка, так что я не производила впечатления на них. Я никогда не отращивала двух рогов, чтобы показать что-то великое в отношении самой себя. Так что они не испытывают впечатления. Но с другой стороны, если вы посмотрите, это майя, это махамайя, где адишакти, понимаете ли, делает все, как люди делают. Все. Вы не сможете обнаружить, что она божественна. Члены моей семьи не могли обнаружить до тех пор, пока я не начала эту работу. Никто из них, за исключением моего отца и матери. Никто не мог найти, что у меня были какие-то силы. Такая нечувствительность к божественности может быть создана силой Махамайи. И это очень важно. Иначе же вы не сможете судить. Вы не сможете понять. Несмотря на это, я много раз имела неправильное осуждение в отношении людей. Потому что они знают, как камуфлироваться. Ненадолго. А затем я раскрываю это. Если искательство пылкое, и они на самом деле ищут истину, они обнаружат это. Они обнаружат это без сомнения, потому что все создание для них, вся Вселенная для них, все божества для них, все ангелы для них, они все присматривают за ними. Это важно, чтобы у нас было так много сахаджа-йога. Ни у кого не было так много сахаджа-йогов в течение их жизни. Потому что у нас должны быть каналы. У меня должны быть каналы. И эти каналы должны быть очень чистыми, должны быть прекрасными, невинными и благодатными. Если только лишь мы покоримся тому факту, что мы здесь в качестве инструмента Бога Всемогущего, и что мы должны принести благо другим, я скажу вам, что по крайней мере 70% работы будет сделано. Но даже если у них будет реализация, как яйцо выходит из скорлупы, некоторые птицы все еще несут часть этого яйца, а некоторые из них даже не вырастают в настоящих птиц. Теперь мы должны судить себя. Мы должны понимать себя. Еще одно. Вы знаете, что я очень мягкая личность, очень мягкая. Люди думают, что я очень прощающий. Я знаю всех. Не то, чтобы я не знал, но я позволяю. Хорошо, давай. Иди, пока ты сможешь идти. Опыт – это единственное, что человек понимает, без сомнения. Если вы скажете ему что-то, он никогда не поймет. Опыт самореализации заставил вас понять. Но опять-таки, я бы сказала, что мы не можем дать реализацию всему миру. Мы не можем. Они подобны камням. Совершенно ужасные люди. Все, что происходит, это то, что те, кто лживы, разоблачаются. И все замечают, что они разоблачаются. Это разоблачение, конечно, с
спасет их от этих ужасных людей. Но я не знаю, придут ли они в Сахаджа-йогу или воспримут ли они свою реализацию. Это я говорю вам, потому что я тоже имею опыт в отношении людей. И все эти годы, работая, я видела, что есть люди и люди и люди. Из них искатели исключительно горды своим искательством. Так что некоторые из них не хотят отказываться от искательства. Это своего рода работа. Можно назвать это хобби. Мы искатели. Теперь у них есть удостоверение. Будучи искателями, они носят странные одежды, у них странные дома, странные прически, все. Отшельниками они могут быть, агрессивными, кем угодно. Мы искатели. Они накладывают удостоверение на себя. Мы искатели. Это еще одно из качеств искателей. Также. Для них это своего рода стиль жизни. Мы искатели. И куда бы им не нужно было идти, они идут ради искательства. Они пойдут в 10 мест, в 20 мест. Каждый раз они будут спорить со мной. Мать, должно быть больше путей. Может быть, мне они неизвестны. Вы можете идти. Теперь главная работа Адишакти сегодня – это давать реализацию. Это моя главная работа. Обо всем остальном позаботятся. Со всем этим уже справляются, я должна сказать. Это как компьютер. Я не должна беспокоиться. Это как рефлекторное действие. Все, что происходит, это как рефлекторное действие. Я не должна беспокоиться об этих вещах. Как люди могут сказать, что «Мать, я молился вам, и как так получилось, что вы мне так помогли сильно?» Это все рефлекторное действие. В то время, возможно, мысль могла прийти ко мне, мысль, но это рефлекс. Я в действительности не делаю ничего. Фактически, я не швея, не делающая ничего вообще. Самая ленивая личность, вы можете подумать обо мне-то. На самом деле, потому что если есть полная организация, работающая на меня, зачем нужно мне работать? Нет никакой необходимости. Но есть одно. Я наблюдаю. А когда я наблюдаю, это действует как рефлекс. Это приводит в действие парамчетани. Потому что если это сила Адишакти, тогда все, что я наблюдаю, докладывается этой силе. Здесь же все наоборот. Как, посмотрите, у нас есть электрическая сила. Если что-то идет не так здесь, это не отражается на этой силе. Этого нет. Что-то идет не так, оно отключается там и там. Но здесь все наоборот. Если я наблюдаю, то что-то не так, мне не нужно ничего делать, я просто наблюдаю. Все действует через эту колоссальную силу Парамчайтани. Теперь эту силу вы не знаете. Вы знаете кундалини, вы знаете все о чакрах, об этом, о том, но эта сила Парамчайтани каждой частице, в каждом атоме. И она действует таким образом, что она направляет. Она подталкивает вас. Она приводит вас на дорогу блага. Иногда люди говорят, «Мать, я хотел купить этот магазин, я не мог этого сделать и тому подобное. Это ради вашего блага, вы не смогли купить это. Благодарите Бога,
Через 10 дней они приходят и говорят: «Слава Богу, я не сделал это». Так что постепенно, через опыт, вы начинаете понимать, что вам не нужно беспокоиться. Если вы заблудились в пути, обычно люди очень расстраиваются, но сахаджа-йоги нет. О, очень хорошо, должно быть здесь что-то есть, что Бог привел нас сюда. Это действие постепенно затем меняется. Я бы сказал, человек сверхактивный начинает думать. Теперь покорись. Ислам. Покорись. Отдай эту проблему этой парамчайтане. И это действует. Такие колоссальные вещи происходят в этом мире просто благодаря банданам, что в это невозможно поверить. Как такие вещи происходят? Даже, предположим, вы обнаруживаете, что есть так много убийств, это происходит, то происходит. Это так же, чтобы выразить присутствие Парамчайтани. Это крыто. Это проявление. То, как это работает, крыто означает то, что сделано. Затем вы начинаете сознавать, что этой силы вы можете достичь через вашу кундалини. Поэтому, когда ваша кундалини поднимается, это также отражение. Как мы можем сказать, мы видим одну сторону Луны, другую же сторону мы не видим. Точно так же, эта сила, когда она поднимается в вас и прикасается к этой Парамачайтане, тогда вы наделяетесь силой благодаря этому. Вот как вы становитесь сахаджа-йогой. Но вы не Бог. Инкарнация может сказать, что я Бог. Вы не инкарнации. Но ни одна из инкарнаций никогда не говорила, что она Адишакти. Они не могли. Это сила Адишакти, которую мы называем Парамчайтани. Это сила, которая любит вас, имеет полный контроль над природой. Она понимает, она думает, она знает все. Все о вас она знает. Она работает во всех направлениях, на каждом шагу вашей жизни. Она с вами всецело, так как, предположим, вы падаете в реку, которая течет быстро, и вы не можете больше плыть, вы не можете больше пользоваться вашими руками. Вы начинаете плыть вместе с ней, и тогда вы сознаете, что плыть вместе с ней лучше, чем пытаться выбраться из нее. Вы просто плывете с нею вместе. Просто наслаждаетесь всей природой вокруг вас. Вы не тонете, напротив, вы чувствуете, что вы поднимаетесь выше, и вы плывете с ней. Тогда вы понимаете, что мне нужно делать в отношении чего-то, когда это делается Парамчайтани для меня. Но это нужно отдать вашей кундалини, которая сделала это, которая вывела вас на этот берег, которая привела вас в это прекрасное небесное Царство Божье. Таким образом, вы понимаете, что есть две вещи, которые произошли. Что первое, ваша мать, ваша кундалини, которая находится в вас, которая есть ваша собственная мать, которая была с вами во всем, дала вам это рождение. А затем она привела вас к этой силе, которую вы можете использовать сами.
вы наделены этой силой. Вы удивитесь, как эта сила помогает. Я хочу сказать, понимаете, я не скажу, что вы сможете обладать всеми силами. Я не говорю так, но сегодня, понимаете ли, они жаловались в отношении кого-то, немедленно я назвал имя этого человека. Теперь вы спросите, откуда я узнала это? Но я просто знаю, это все, что я могу сказать. Я просто знаю, предположим, вы имеете дело с коврами, хорошо. Так что вы знаете, что это за рисунок, что то за рисунок, откуда он пришел. Вы знаете все, не так ли? Если вы в этом, то вы знаете все. Если эта сила всюду, тогда нужно знать все. Это соединение таково. Если вы хотите знать, вы можете знать все. Так что они также называли Будду Сарва Локитишвара. Что он видит все локас. Как он видит? Сарва Локитишвара, потому что его эго, то, что мы зовем Парама эго, вы можете называть его Махат Ахамкара, знает все, в то время как ваше эго не знает ничего. Из-за того, что оно не знает ничего, you are enveloped by. Опутаны им. If he had known, если бы оно знало, если бы ваше эго знало, в чем состоит истина, вы были бы свободными людьми, абсолютно свободными. Но вы не хотите покорить ваше эго, не хотите позволить себе плыть в этой реке. Эстао, они называют это так. Нет, вы не хотите наслаждаться. Вы хотите иметь свою собственную особенность. Индивидуальность весьма отличается от того, чтобы иметь определенного вида эго внутри себя, что я это, я то. Так что это умение различать должно начаться. После реализации, в свете реализации, вы должны начать видите это. Теперь наипервейшим делом нужно сказать вашему эго, садись, молчи, ты не знаешь ничего. А также в современное время, это большая мода, если вы спрашиваете кого-то, я не знаю, вы спрашиваете кого-то, как вас зовут, я не знаю. Он даже не знает своего имени. И быть глупым модно. Показывать, что вы очень глупы, и думать, что вы показываете, что вы очень невинны. Это не есть так. Это глупость. Это глупость. Я не знаю, какое животное ее имеет. Все еще я не знаю, какой источник ее. Все еще мне нужно будет открыть это. Каково это животное, которое генерирует эту глупость? Но я знаю одно. Это наше эго. Эго делает человека абсолютно глупым. На марати, понимаете ли, слава Богу, этот язык столь богат, что про любого, кто начинает показывать свое эго, они говорят, что он начинает лезть на куст. Это маленький кустик, а он карабкается на него. Все это приходит, все это эго приходит из-за ваших собственных так называемых идей, достижений. Но каковы эти достижения? Вы не знаете ничего. И это то, что я должна сказать вам сегодня, что если что-нибудь работает сегодня, это покорение вашего эго. Если вы знаете, как покорить ваше эго, вы делаете это. Другое, что удивляет меня иногда, на Западе особенно, что я думаю, женщины — это сила, это шакти. Но на Западе я обнаруживаю, что женщины не используют адишакти. Знаете ли, во-первых, они все еще
possessed в очень большой степени by their emotions, своими эмоциями, by their своими идеями и тому подобными вещами. С одной стороны, мужчины со своим эго, но даже женщины очень эгоистичны, очень сильны. Это очень сложно. Например, вы выдаете замуж какую-то девушку, западную девушку, за кого-то. Она будет очень счастлива, будет прыгать, принимать все подарки, поздравления, будет одевать все платья и все такое. После 10 дней она придет и скажет: «Мать, я в смятении». В смятении? Почему? Я сейчас в смятении. Ты сейчас в смятении или была в нем ранее? Я сейчас в смятении. Хорошо, тогда возвращай все свои украшения. Все. Нет, нет. Тогда дайте мне подумать. Это не надлежащий уровень для сахаджа-йоги. Сахаджа-йогини – это шакти. И она должна принимать вызовы. Я покажу вам. Я сделаю это лучше. Напротив, я нахожу их исключительно доминирующими. Я изумляюсь. Зачем шакти должна доминировать? Если она шакти, она учится доминировать. Те, кто не должны, будут доминировать. Как понимаете, вы пойдете в Индии в любой дом сборщика налогов. Этот сборщик будет скромным, но его констебль будет доминирующим. Точно так же я нахожу, что это доминирование очень распространено. А также тип темперамента, подобный монашкам. Они одеваются как монашки, ведут себя как монашки, они не улыбаются. Что это? Вы сахаджа-йоги? Или кто вы? Монашки? Тогда лучше уходите в монастырь. Почему я говорю это вам, рассказывая об адишакти? Потому что я рассказываю о шакти. Как эта шакти должна возрасти? Я была удивлена, что женщины не распространяют сахаджа-йогу. Кто-то сказал мне, что лидеры не хотят, чтобы женщины распространяли сахаджа-йогу. Я сказала, что это неправильно. Если какой-то лидер говорит так, то это неверно. Но прежде всего, сахаджа-йогини должны быть настоящими сахаджа-йогини. Потому что до сих пор я видела, что если кто-нибудь пытается дать любой женщине положение лидера, она просто изводит людей. Не всех, но какое-то количество. Теперь обязанностью сахаджа-йогини является развитие самой себя через медитацию, через понимание себя и через самоуважение, что я сахаджа-йогини. Я та, которая есть шакти. Я потенциал этого. Я потенциал сама. Что я делаю? Ничего. Я не возводила этого, я не устанавливала этого. Ничего подобного. Я приятно сижу здесь и говорю. Но потенциал. Потенциал ли я? Это то, что сахаджа-йогини должна решить. Иначе же вы одержимы. Вы грезите. Слишком высоко о себе думаете. Это очень сложно. Я хочу, чтобы какие-то хорошие сахаджа-йогини были лидерами. Я на самом деле хочу. Но как только лишь они становятся лидерами, они садятся на лошадь и скачут так быстро. Так что станьте скромнее. До тех пор, пока не будет большого свободного пространства в кушине, какая вода сможет попасть в него? Имейте очень большое сердце. Любой, кто приходит к вам в дом, вам не нравится это. Вы не хотите делать ничего для других сахаджа-йогов, заботиться о них. Это на самом деле вновь и вновь я скажу, что это на Западе женщины должны принять шакти на себя. И шакти не означает, что нужно доминировать над мужем и делать дурака из него. Нет, это означает давать им силы. Вы поставщики силы для всей семьи.
И это наша семья. Все это моя семья. Я так забочусь о женщинах. Даже о мелочах я беспокоюсь. Я никогда не удовлетворяюсь тем, что я сделала свою работу, и сейчас я могу идти спать и не думать больше ни о ком. Никогда. Забочусь об этом, забочусь о том, все время это течет. Это сила. И моя забота. Могущество, она работает, потому что моя забота искренняя. Я не забочусь о себе никогда. Вы удивитесь, но когда я вижу, как все эти женщины делают всевозможные вещи, чтобы сохранить себя, я удивляюсь. Что необходимо? Это забота. И как только вы развиваете эту заботу, искреннюю, любящую, сострадательную заботу по отношению к другим, даже в отношении детей я видел, они никогда не заботятся о детях друг друга, они никогда не берут других детей, кому-то надо уйти удалить зуб, она должна брать с собой ребенка. Что это? Если у вас нет заботы, тогда у вас не будет коллективного разума, у вас не будет коллективной силы. И это важно, чтобы вы все старались быть очень коллективными, заботиться о друг друге. Теперь я не должна была говорить это вам, я хотела сказать это женщинам Кабелы, что это Кабела, это ашрам. И те люди, которые приезжают из других ашрамов, даже из Австралии, удивлены, что они все живут здесь. Просто как в гостинице. Они платят за это. Мы все платим. Но у нас есть сады, мы заботимся о садах, мы заботимся о том, что находится снаружи. Здесь же никто не беспокоится. Они пользуются всем. И не беспокоятся. Удивительно, почему, когда я живу здесь, они таковы. Вы поедете в любое место в Австралии, вы поедете в Америку, всюду, где бы ни были ашрамы. Они все работают по воскресеньям. Они заботятся о них. Здесь же я не видела этого. Они все исчезают. Это ваш ашрам. Вы живете здесь. И сегодня я должна сказать это, потому что я чувствую, что Сахаджа-йога не достает ее шакти. Некоторые из них не умеют улыбаться. Другие крайне доминирующие. Я должна сказать вам это, потому что вы так важны. Но как для меня, ни один мужчина не смог бы проделать эту работу. Ни одна мужская инкарнация не смогла бы проделать эту работу. Хорошо быть распятым в юном возрасте. Очень хорошо быть распятым в таком юном возрасте. Затем другой принимает яд. Третий убивается кем-то. Это было так. Они все умирали очень молодыми. Никто не хотел делать эту работу. Никто не был. Я хочу сказать, они все присыщались. Они присыщались. У нас был Ганешвар, который принял самадхи в возрасте 25 лет. Можете ли вы представить себе? Он должен быть присытился людьми. Теперь это для вас, люди, женщины, должны выработать это терпение вашей матери, эту нежность, эту любовь. А затем вы увидите, как ваша шакти заработает. Я вновь и вновь всегда говорила об этом. И на уровне Адишакти я должна сказать, что вы в своих семьях подобны шакти. И вы должны быть мудрыми, вы должны быть благоразумными, вы должны понимать своих мужей, вы должны понимать своих детей, у вас должно быть терпение. Напротив, они портят своих детей. Это нужно понять, что вы прежде должны знать, что хорошо для вашего же блага. Сегодня, к примеру, если я говорю, что дети, если они идут в школу, их нельзя забирать оттуда. Это ради их же блага. Что люди выигрывают от этого? Так что кто-то говорит «нет». Хорошо, уходите. Что вы можете сделать? Такая привязанность к вашим собственным детям показывает, что вы бессильная личность. Вы должны любить всех наших детей, вы должны заботиться обо всех наших детях, вы должны наслаждаться всеми нашими детьми, интересоваться ими. Но что я нахожу? Что они все интересуются своими собственными детьми. Мы объединенная семья, можно сказать. Мы все живем вместе. Мы должны делить все. Это
Что-то, чего я не могу понять. Скажем, в Индии, если вы увидите 5-6 детей, все девушки будут бегать за ними. Все женщины будут заботиться о них. Я хочу сказать, что это такое удовольствие для них, видеть каких-то детей, просто заботиться о них. Но этого рода нечувствительность к вашему коллективному поведению также испортит и ваших детей. Так что же вы должны передать всему миру? Это эту сахадж жизнь. And the women make и это женщины создают общество. Если индийское общество хорошо, то заслуга принадлежит индийским женщинам и их мудрости. Наши мужчины глупы в Индии, они портят политику, экономику, все. Но общество все еще поддерживается. И они все еще в очень большой степени на верном пути. Это приходит только лишь благодаря мудрости женщин. Если женщины заняты тем, что одеваются часами напролет, думают о своей одежде, что они оденут, тогда кончено. Это день поклонения Кундалини, которая является матерью. Она мать. And you are, и вы, мать, вы должны знать все о вашем ребенке. Кто-то приходит и говорит мне, мой ребенок сейчас наркоман. Как это возможно? В Индии дети не становятся наркоманами, потому что все время мать сидит у них на голове, как ястреб. Она знает, куда он идет, что он делает. Она любит. Но она знает, куда он идет. Я имею в виду, даже когда мы были в колледже, даже когда я была уже замужем, моя мать спрашивала меня, когда я выходила из дома, куда ты идешь? Возвращайся к шести. Даже когда мы были замужем. И мы были обязаны говорить ей. Это была работа матери. Ребенок, куда он уходит, что он делает, а потом говорит, что дети не слушают вас. Почему они не слушаются вас? Потому что вы не дисциплинируете их. Здесь атмосфера очень плохая, я согласна. Дети очень плохие, я согласна. Все это есть здесь, я согласна. Но если вы сильная мать в вашей любви, ваши дети не уйдут в это. Понимаете, даже сейчас, как вы знаете, все время все эти лидеры вертятся вокруг меня. Почему там у меня нет с собой никакого меда или еще чего-то? Они просто сидят здесь, просто сидят рядом со мной. Все лидеры. Но это после реализации. Но даже все мои племянники, понимаете, они все приходят и садятся рядом со мной. Все мои племянницы, они все садятся рядом со мной. Они не хотят уходить от меня. И люди спрашивают, что с вами так? Вы все время прилипаете к вашей тете. Что это? Забота. И они понимают, что это ради их же блага вы говорите это. Но вы сами должны быть в порядке. Будучи матерью, нужно быть терпимой, нужно понимать. Но когда вам нужно сказать им, вы должны говорить им. Если вы думаете, вы можете сказать им резко или, возможно, надлежащим образом, но ваш ребенок должен знать, что вы любите его и что вы любите всех детей. Это очень тонкая вещь. Как я видела однажды, я взяла ребенка одного сахаджа-йога с собой на рынок. Он просил, я куплю это, я куплю то, я куплю то. Все он хотел купить. Я удивлялась, что не так с этим мальчиком. Но скажем, если бы я взяла своих собственных внуков, они бы не вели себя так, ничего подобного. Даже если вы хотите купить два пары, нет, одной достаточно. На случай, если одна придет не годность. И они никогда не попросят ни о чем, это своего рода самоуважение. Они не хотят ничего. Тоже и с женами. Жены никогда не просят ни о чем. Нет, ничего. Ничего они не хотят. Муж будет просить и просить. Пожалуйста, попроси что-нибудь, попроси чего-нибудь. Нет, они не хотят.
Это должна быть сахаджа, йогини мать и жена и шакти. У нее нет требований. Ничего она не просит. Та, которая дает, чего она будет просить? Та, которая снабжает, чего она будет просить? Так что я чувствую иногда, что левая сторона или женская сторона в сахаджа-йоге слегка опускается. А они должны подняться. Первое – медитация, уважение матери, обучение детей, как овладеть сахаджа-йогой, рассказывать им о сахаджа-йоге, а не только о пище. Об опрятности, о том, как быть хорошими с другими, как делить с другими вещи. И рассказывать детям хорошие истории, о которых вы знаете, рассказывать им о том, что такое дхарма, говорить с ними, иметь взаимопонимание. Это то, что вы должны понять, чтобы сделать сахаджа-йогу очень сильной. Вы шакти сахаджа-йоги, поверьте мне. И вы должны действовать так же. Вместо того, чтобы беспокоиться о каких-то мелочах, иногда я получаю письма от женщин, которые на самом деле доставляют боль. Я не могу понять, как они могут быть сахаджа-йогами. Вся наша система сахаджа должна быть образцовой системой, чтобы другие видели и понимали, чего мы достигли в нашей повседневной жизни. Адишакти работает изо дня в день, от самой мельчайшей вещи до самой трудной. И все время вы должны учиться, все время вы должны учиться, лидер вы или нет, все время вы должны знать, что вам нужно знать. Я не знаю этого, я не знаю того. До тех пор, пока вы не выработаете такого отношения, что я должна учиться, такого скромного отношения, этой скромности, я должен учиться, все еще я должен учиться. Это эго никогда не уйдет. Из-за этого эго вы удовлетворены сами собой. Это признак эго. Вы не знаете, сколь сильно вы мучаете других, что вы разрушаете ничего, но вы очень счастливы сами собой. Такие счастливчики иногда живут в воздухе. Что я сделал сегодня для кого-то другого? Как я говорил с другими? Что я дал кому-то другому? Я не должна дарить вам подарки. Зачем? Зачем мне дарить вам подарки? Но я дарю вам подарки ради своего собственного удовлетворения. И если я принимаю подарки от вас, то это ради вашего собственного удовлетворения. Поэтому, что нам нужно делать, это найти, в чем мы находим удовлетворение. В чем мы находим удовлетворение? Просто подумайте об этом. В чем мы находим удовлетворение? Мой дом должен быть в порядке, мой муж должен быть в порядке, мои дети должны быть в порядке, мои. До тех пор, пока это мое не переместится на другого человека, вы все еще пребываете в царстве Майи. Вы должны научиться этому. Думать каждый день. Хорошо. Все вы должны писать дневники. Что я сделал для других? Что я сказал другим? Что доставит удовольствие другому человеку? Маленькие вещи могут сделать жизнь такой прекрасной, а также они очень большие вещи для вас. Если вы не думаете, что вы очень велики, все эти
большие вещи также для вас. Это подобно этому. Все это небо можно закрыть одним листиком. Если вы смотрите на небо через этот листик, этот листок показывает, что он существует. Точно так же. Это все видение Сахаджа-йоги может быть полностью занято одной личностью, которая стоит с этим великим расширением. Один человек здесь и один там. Это так замечательно. Что так много сахаджа-йога, что есть люди здесь, и там, и там. Так замечательно. Что если вы произносите их имена так же, я просто чувствую, что я окунаюсь в океан радости. Только лишь один человек. Тогда что в отношении вас? Почему мы не можем делать это, когда Ади-Шакти с вами отражается, когда все ее силы с вами? Как много мы можем сделать в этом расширении моего видения? Я хочу иметь больше и больше людей, которые сами имели бы видение. Но не маленьких людей, которые просто думают о своих детях, думают о пище. Нет, нет, они не хотят этого. Бесполезны, они все выпадут. Я надеюсь, вы поняли, где вы находитесь. Что вы имеете? Что создано внутри вас? Это кундалини, которая дала вам все знание, все. Но есть так много, я знаю, которые даже не знают, что это за чакра. Они не знают. Я хочу сказать, прийти на такой уровень невежества. Вы должны знать все эти вещи. Вы должны понимать, что это. Потому что это для вас. Все для вас, все это знание. И величайшее из всего – это вера. Не вера, которая слепа, но просветленная вера, что вы сейчас едины с этой божественной силой. Это действительно должно установить вас полностью. Это, я думаю, одна из самых важных путей. Потому что до сих пор Гуру Пуджа была, столь многим людям поклонялись как Гуру, или, возможно, мой день рождения, как вы восприняли его хорошо. Но я думаю, чтобы понять ваши собственные силы, кундалини, и ваши силы, которые доступны вам благодаря работе Парама Чайтани, очень важны.